Турция закрыла воздушное пространство для армянских самолетов. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в качестве обоснования демарша указал открытие в Ереване памятника участникам операции «Немезис». Открытие памятника Чавушоглу назвал провокацией. В качестве исключения мы выдали разрешение на визит спикера парламента Армении в Турцию. В случае продолжения подобных действий последуют новые шаги, заявил министр. Не может быть и речи о том, чтобы не отвечать Армении. Акция, обвиняющая нас в геноциде, не могла остаться без ответа, сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. Армения не получила официального уведомления от Турции о закрытии воздушного пространства. В Комитете гражданской авиации сказали, что не знают, почему Турция закрыла воздушное пространство. Касается это только компании FlyOne Armenia или воздух закрыт для Армении. Мы не получали никаких официальных писем о том, что Турция закрыла воздушное пространство для Армении, сказала пресс-секретарь Комитета гражданской авиации Лилит Агабакян. Председатель Совета авиакомпании FlyOne Armenia Роман Анян в беседе с Фактора М сказал, что они получили телеграмму о запрете полетов через воздушное пространство Турции, но официальное объяснение авиакомпании не было предоставлено. Делегация, возглавляемая председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, сегодня отбыла в Турцию для участия в саммите глав парламентов государств-членов Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества и работе пленарного заседания Генеральной ассамблеи. Планируется выступление Симоняна на саммите, а также встреча с председателем турецкого парламентария Мустафой Шентопом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе сегодняшнего брифинга коснулась проходящих в Вашингтоне переговоров глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Переговоры проводятся без участия России, с участием других стран. Следовательно, об этом процессе нужно поинтересоваться у его участников, сказала Захарова, отметив, что Баку и Ереван подтвердили свою готовность провести встречу в Москве, о сроках будет сообщено позже. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на то, что переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне принесут хотя бы видимый прогресс. «Надеюсь, что переговоры в Вашингтоне принесут, если не результаты, то хотя бы видимый прогресс», – заявил Алиев в среду на международной конференции, проходящей в оккупированном армянском городе Шуши. Азербайджанские власти проводят в оккупированном Шуши очередное пропагандистское мероприятие под названием «Международный форум», посвященный столетию Гейдара Алиева. Выступая на нем, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на очередные азербайджанские предложения Армения ответила за неделю до встречи глав МИД в Вашингтоне. По его словам, в ответе Армении вновь были замечены территориальные претензии к Азербайджану, а любая попытка включить Нагорно-Карабахскую республику в мирный договор неэффективна. И если Армения не проявит конструктивного подхода, то мира и взаимодействия между Баку и Ереваном не будет. Между регионом Одо-Франс Франции и Ваядзорской областью Армении подписано заявление о сотрудничестве. Документ подписали глава региона Ксавье Бертран и губернатор области Арарат Григорян. Французская делегация также посетила пострадавшие от сентябрьской агрессии Азербайджана части города Джерму. Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара по Кремлю. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Пострадавших и материального ущерба нет. Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным, отмечается в сообщении Кремля. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг причастность Киева к атаке на Кремль. Как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих, отметил он. США, Европа и другие союзники Украины готовят новые санкции против России. Евросоюз рассматривает возможность ограничения транзита товаров через территорию России в рамках 11-го пакета антироссийских санкций, сообщает агентство Bloomberg. Согласно этой информации, данное предложение рассматривается в контексте борьбы с обходом уже введенных в отношении Москвы ограничений. Число жертв при стрельбе в школе в Белгороде составило 9 человек, еще 7 ранены. Полиция сообщала, что задержала 14-летнего подростка, который применил отцовский пистолет. Стрельба произошла утром в районе Врача в центре сербской столицы. Убито 8 детей и охранник, а 6 детей и учитель ранены и помещены в центр скорой помощи и детскую больницу. Семиклассник, который совершил нападение, предположительно, был под действием наркотиков.